Радость и беда Минской области – это нахождение на ее территории Белкали и Белазы. Очень хорошо рапортовать об успехах, когда и один, и второй работают успешно. Сегодня Белаз в силу объективных причин все-таки находится на достаточно низком уровне, порядка 40% к уровню прошлого года, но тем не менее область дает результат. С 91% в январе мы выросли до 99,9% по итогам 11 месяцев. Промышленность прибавила 18%, 80% в январь, 98,4% 11 месяцев года. Поэтому та стратегия, которую мы вырабатываем и ей привержены, когда сегодня неудачи крупных предприятий промышленных, надо компенсировать иными видами экономической деятельности. Поэтому строительство, сельское хозяйство, розничная торговля. Это вот те отрасли, которые на протяжении текущего года демонстрировали рост и которые нам позволили компенсировать отставание в промышленности. Поэтому сбалансированность экономики – это самое главное. Должно все развиваться равномерно. Конечно, равномерность должна быть и в развитии регионов. По уровню доходов, по уровню заработной платы, для меня это самый главный критерий оценки развития, мы должны быть приблизительно одинаковы. Не должно быть большого разрыва в уровне доходов наших граждан.